знаете, никогда не негативьте в катке. С вами, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Мега Раш, и тут новый гость. Ты, по-моему, перепутал. Свиньи, ребята, всем халё-малё. В прекрасном городе Санкт-Петербург. И я приехала затестить рабочее место Алика. Мега Раш, а.к.а. 3КЛ. Короче, что у нас по клавиатуре? Клавиатура Logitech. Кордон. Коричневый свеч, можете послушать звук. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Вышка Superlight. Такая как у меня, только у меня беленькая. Ну, белая, здесь понятно. Я белую тоже хотел, кстати. Нет, здесь понятно, почему. Ты черную взял. Не понял. Ну из-за цвета волос. У тебя машина просто тоже была черная, нет? Ну да, да, серая. Ладно, вон, наушники покажи еще, ребята. Ну, короче, у меня все Logitech. Офигенный девайс, и тебе будет кайфово играть. Надеюсь, ты затащишь мне каточки. Ну что, let's go играть. Но по традиции мы с вами находимся на сайте CS Fail. Здесь вы можете пополнить баланс как скинами, так и с платежной системы. Ну или же используя криптовалюту. Весной на этом сайте вышло крутое обновление с Battle Pass'ом, или же простыми словами боевой пропуск. Суть данного пропуска заключается в выполнении челленджей и получении бесплатных скинов за уровни. Задания делятся на общие, ежедневные и еженедельные. Вы можете выбрать любое количество заданий из разных категорий. Ну а мы с вами начнем с краша. Я здесь поставлю 8 баксов на X2 и начнем поднимать money. Сейчас будет легкий X2. Забираем. Имба. А теперь можно поставить также 10 баксов на 1.5. Так, с крашем мы закончили. Сразу пойдем на джекпот. Здесь мы поставим 10 баксов и начать. Залетаем чисто под шумиху. Я пролетаю мимо. За что? Мужик, ты сейчас нарвешься на меня. Так, я не опускаю руки. И ставлю $15. У меня все получится. Я уверена. Сюда. Спасибо. Спасибо. Так, сколько у нас получается? В сумме 105.23. Идеально. Пока что я даже в плюсе. Погнали на Wheel. Здесь я поставлю... Так, что у нас по баксам? А, $4 на X2 я залила и $1 на X5. Пробуем. Так, я, как понимаю, я вышла в ноль. Так, пробуем немножко другую тактику. $4 X2, $2 X5. Теперь я в плюсе. Отлично. Ну что ж, ребята. Сайт CS Fail, реферальный код Мама Свиги 3 шестерки. Переходите по ссылке, используйте этот код. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Знаешь что, прикол в том, что у меня тоже мышка G-Pro Superlight. Офигенная мышка, согласен. Да, но... это имба люта, ты бы знал, как я их кидаю. В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю зачем-то. Давай так, забьемся. Если ты набиваешь 30 фрагов, я тебе дарю вот этот вот ножичек. Это мой нож, гамма, доплер, нож-бабочка. Бро, не. Ребят, ну норм же. Монтажер это сделает круто, знаешь, как будто ты там... Под нарезку фрагов. Так, ребята, смотрите, что у меня еще есть. Продаю гараж. Писать в ЛС. А у тебя на... А? У тебя на мышке разговор? На В. Все, давай, херач, показывай. Блять, подлагнула. Monkey man. Go
big, I want to be monkey. She got that red hair, red chain, she so мышки, я не переключаю оружие. Меня это напрягает. О, я успею пикнуть. Респа офигенная. Я тебя захуярил. Джанглоп. Опа. Что? Что? Он играет Speed 2000, а не с Юспом? Какая жажа, блин. Нихуя себе, блядь. Опа, дроп. Сколько можно? Мне кажется, я все-таки без зума стреляю лучше, чем с зума. А еще Олег подсматривает за мной. Опа. Опа. Замечен. Опа, я посмотрел. Нет, нет, нет. Я уже все. Я приноровилась, мне уже все нравится. Я не в лоу-табе. Я на втором месте с конца. Это не лоу-тап. И я почти вышла в плюс, когда? Нормально. Хеллоу. И 10 хп. Фортинайди, ля бабаджи. Бабаджи. Чел проверяет, даже на всем сети эту позицию не проверяет. Класс. Отлично. Достал он с эмкой уже несколько раундов простреливает. Да что с этим типом не так? Выгнать игрока. Чела просто дверь простреливает. Да. Бежи, блин. Мало того, что меня застопил, так меня еще и прострелили из него. В стиме. Знаете, никогда не негативьте в катках. Будьте максимально добрыми игроками, как я. Вот у меня нет скилла, но у меня есть доброта. Так он пикнет, ёбик. Понял, все понял, все понял. 3450D. Кто этой женщине дает авик? Я не понимаю. Действительно, кто? Пи 2000, я совсем о нем забыла. Ну ладно. Смотрите, что могу. Я беру XM, иду пушить. Да, ну. Здорово, тварина! Шорты. No time, yes. Of course. Back in my bag, yo.
Фил получил бан. Мы играем 3 в 5. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down, we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding. Минус 3 дала. Не даже в КД вышла. Так он пикни, ёбик. Ну ладно. Триада. А, единичка КД. И все. Втроем сыграть, 4 раунда забрать. Ну, я в шоке. Ну все, пи***ц. Так, мышка вроде не сломана. Мышка вроде в порядке. Честно? Да? Я в шоке. Че, меня не видно так? Да, понимаю. А че? Во-первых, это то, что ты почему-то у тебя микрофон не на мышке. Нет, у меня на кнопку. У тебя на кнопку. У меня только. Раз, два. Jump throw у тебя, как бы, колесиком мышки. Так. И еще я бесилась переключать гранаты на эту четверку, ты понимаешь? Да блять! И еще у тебя какой-то ММ. Все, пипец, тебя, по-моему, там прокляли. Тиммейты их долбали. Я забанила? Нет. А, да, а чего второй был? Мы втроем играли. Ну зато первый выиграл. Да. Короче, давай оценочку. Конфиг Мегараша. Из 10 сколько? По-честному. По мне? Лично? Честно. Лично по мне, для девочки. Ну конечно. Woman момент, ребята. Women. 4. Ну ладно, ничего страшного, я не обижу. Не, ну мне, кстати, очень прикольнуло твое разрешение. Сенса с диглом. Просто офигенное, понимаешь? Сенса на дигле меняется как-то. Women. Хайлайты были, короче. Да, хайлайты были. Ну все, найс. Ну что ж, это был Мега ПК с мини Свиги. Лайкосики, подписочка, ребяточки. Подписочка на канал Мега Раша. На Мега Свиги. Лайки, всё? Комментарии. Всё сказал? Да. Всё. Ну, теперь деньги пошли. Ладно, пока. Нормально? Да.